Казани состоялась торжественная церемония открытия Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КФУ. Как это было, подробнее в материале нашего корреспондента. Торжественно перерезали ленточку нового Центра повышения профессионального мастерства педагогических работников Казанского университета заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан Марат Ахметов, директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Мелехин, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. После этого состоялась презентация Центра. Гостей провели по аудиториям, оборудованным для качественного учебно-образовательного процесса. Ректор Ильшат Гафуров отметил, что для того, чтобы образовательные кадры успешно реализовывались в стране, нужно создать устойчивый плацдарм для обучения и переподготовки. То, что сегодня вкладывается в республике, федеральным центром в образование, и это не просто слова, это на самом деле вложение через первичную подготовку учительских кадров. Поскольку если мы хотим, чтобы у нашей страны было хорошее будущее, если мы хотим, чтобы наша страна была конкурентной в мире, то мы должны начать с формирования интеллектуального потенциала, который остается у нас в стране. И самореализуется тоже у нас в стране. Помимо этого, для гостей центра был презентован Дом научной коллаборации Елабужского института Казанского университета. После окончания торжественной части всех участников мероприятия познакомились с инфраструктурой центра. Для всех присутствующих были продемонстрированы кабинеты математической, естественно-научной и финансовой грамотности проектных технологий, а также другие учебные аудитории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Мы хотим, чтобы этот центр обеспечил непрерывную методическую поддержку всех учителей Республики Татарстан. Это не значит, что они все нуждаются, но каждый из них нуждается в адресной помощи. И мы уверены, что профессионалы, которые здесь собрались при участии Министерства образования Республики, при участии Казанского федерального университета, обеспечат адресную помощь для того, чтобы повышалось качество образования. Это наша общая задача. Напомним, что Казанский университет уже второй год входит в топ-100 в мировом рейтинге The Time Higher Education в направлении образования. В этом году вуз улучшил свою позицию с 94 на 90 позицию. По словам Ильшата Гафурова, таких показателей удалось достичь благодаря критике, которая шла в сторону федерального университета во время его формирования. Это одна из самых основных востребованных тем, и поэтому мы его включили в число приоритетных направлений, на которые сфокусировали все наши ресурсы. Но при выборе было достаточно бурное обсуждение на площадке ученого совета в конечном итоге. И потом это направление, оно присутствует во всех наших стратегических программах. Начиная от программы развития федерального университета, и вот завершается в этом году программа 5 топ-100. Да? И везде этот проект, он проходит по всем программам как приоритет. Сразу после посещения центра подготовки Андрей Мелехин направился в Институт психологии и образования Казанского университета. В институте ему презентовали новые образовательные решения для современной подготовки педагогических кадров, кабинета с современным оборудованием, а также аудитории, созданные специально для проведения пар в дистанционном формате. К слову, дистанционный формат обучения, на который Казанский университет перешел в марте этого года, показал достаточно хороший результат. Относительно плавный переход был возможен благодаря тому, что в университете есть все необходимые ресурсы для его подключения. Мелехин высоко оценил проделанную работу представителей института и вуза в целом для успешного функционирования современного подхода подготовки педагогических кадров. Крайне важно не только тот контент, что мы изучаем, но в каких условиях это происходит. И я абсолютно уверен, что та атмосфера, то удобство, то современное оборудование, оно абсолютно соответствует тем современным амбициозным задачам и тому содержанию, которое будут осваивать учителя республики в этих центрах и в том числе в университете. Пандемия коронавируса лишь подтвердила тот факт, что вуз способен в кратчайшие сроки запустить онлайн-формат. Однако не стоит забывать, что с 1 сентября 2020 года Казанский университет успешно совмещает в учебном процессе как очное, живое общение преподавателей со студентами, так и онлайн-занятия при помощи Microsoft Teams. Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.